О футболе. Сегодня Владимирская «Торпедо» в рамках первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона «Зона Запад» принимала у себя на поле питерский «Зенит-2». В самом начале игры команды создали по одному опасному моменту. В первом случае опасный удар питерского футболиста отразил владимирский голкипер Олег Масленников. Во втором торпедовец Павел Тюрин не сумел попасть в ворота соперника. Постепенно черно-белые захватили инициативу, и в середине первого тайма Алан Балуев едва не открыл счет. Питерцы ответили опасный контратакой. Возникшей суматохе торпедовцы в своей штрафной пропустили не сильный удар, но мяч попал в штангу. На 34-й минуте Андрей Смирнов вывел Павла Тюрина один на один с вратарем гостей, но мяч упорно не хотел попадать в сетку. Первый тайм закончился со счетом 0-0. А во втором главный тренер черно-белых вывел на поле тяжелую артиллерию Дмитрия Везмикина и Игоря Менщикова. Гостям оставалось только отбиваться. Но не столько они эффективно защищались, сколько хозяева не могли реализовать голевые моменты. И все же на 78-й минуте с подачи Игоря Менщикова Дмитрий Везмикин получает мяч, обыгрывает вратаря и двух защитников и забивает единственный в этой игре гол. 1-0, и торпеда зарабатывает еще 3 очка на своем поле.